Привет всем! Я рада видеть вас на своем канале. И в этом видео мы будем вязать вот такую большую подвесную корзину с ручкой. Больше фото я добавлю к себе в Инстаграм, чтобы вы могли ее получше рассмотреть. Смотрите, эта корзина на самом деле двухсторонняя. Ее можно использовать как с этой стороны. Это лицевая сторона вязки. И в данном случае она у меня на лице корзинки. И вот посмотрите, у нее какая изнаночная сторона. Она тоже очень красивая. Это изнаночная сторона вязки. И вполне можно такую корзину вывернуть и использовать на изнаночную сторону. Выбирайте сторону, которая вам нравится больше. И давайте начнем вязание. И для создания такой корзинки мне потребуется 2 мотка трикотажной пряжи бисквит. У меня это цвет сливочный. И пластиковый крючок номер 8. Итак, вязание корзинки начинается с донышка. А донышко у этой корзинки представляет из себя обычный идеальный круг, и поэтому я начну вязать его с магической петли. Делаю магическую петлю, вставляю крючок в магическую петлю, подхватываю рабочую нитку и делаю петлю подъема. Эта петля подъема у меня считается за первый столбик без накида. И дальше я сделаю в эту петлю еще 5 столбиков без накида. Вязать я буду, соответственно, по формуле идеального круга, узором столбики без накида. Не в раскол, а обычные столбики без накида. Корзинка будет из 6 клиньев. Круг в корзинке. Вот посмотрите, у меня 6 петель, их можно легко пересчитать. Считаем первую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть получается 6. 5 горизонтальных косичек и первая петля. Дальше затягиваем этот хвостик в магическую петлю. Чтобы получить круг. Я буду вязать по спирали, а не по кругу, и я не буду соединять ряды в каждом ряду каким-либо бесшовным методом. И для вязания по спирали, для того, чтобы отмечать каждый раз начало и конец ряда, я буду использовать не маркер, я буду использовать контрастную нить. Кладу просто контрастную нить на свое вязание, в том месте, где у меня один ряд переходит в другой. И дальше продолжаю вязать. Второй ряд будет вязаться по схеме 2 петли в каждую петлю предыдущего ряда. Вставляю крючок сначала в первую петлю, делаю 2 столбика без накида, затем под обе дужки горизонтальной петли делаю снова 2 столбика без накида и так в каждую петлю. Итого должно быть 12 петель в этом ряду. Контрастная нить у меня отмечает первую петлю каждого ряда, и значит, я дошла до начала своего ряда. Для надежности я пересчитаю косички. Их 12, все правильно. Дальше эту нить контрастную я кладу уже вот так. Она снова отмечает первую петлю в следующем ряду. Следующий ряд третий. Он будет вязаться по формуле 1 петля и следующая петля с прибавкой, то есть 1 столбик без накида.
вот в эту петлю, 2 столбика без накида в эту петлю, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ну, то есть по формуле идеального круга. И два. Ну и так до конца ряда, то есть вот до этой петли, которая обозначена контрастной нитью. Третий ряд я связала и снова перекидываю свою контрастную нить через вязание. Снова обозначаю ей начало следующего ряда. Следующий ряд четвертый, и он будет вязаться по формуле петля с прибавкой по одной петле в каждую петлю два раза. То есть сюда мы делаем две петли, затем раз, раз, снова две петли, снова по одной петле. Две петли по одной петле. И так чередуется 6 раз до конца ряда. Петля с прибавкой. По одной петле в каждую петлю два раза. Раз и два. Ну и так до конца ряда. Четвертый ряд я закончила. Снова перевожу контрастную нить и отмечаю тем самым первую петлю. И пятый ряд. Пятый ряд будет вязаться опять-таки по формуле идеального круга. В данном случае это два столбика без накида, по одному в каждую петлю. Затем столбик с прибавкой. Видите, столбик с прибавкой у меня идет каждый раз на шаг вперед относительно предыдущего столбика с прибавкой. Столбик с прибавкой и затем 3 столбика без накида, по одному в каждую петлю. Опять столбик с прибавкой, опять 3 столбика. И так до конца ряда и закончится этот ряд. Вот здесь будет столбик с прибавкой, а вот здесь будет одна одиночная петля, один столбик без накида, да? То есть, если мы начинали его здесь с двух, то должны закончить одним. И в сумме получить как раз наш раппорт. 3 столбика без накида и столбик с прибавкой. Итак, начнем. 2 столбика без накида по одному в каждую петлю. Столбик с прибавкой. Три столбика без накида по одному в каждую петлю. Столбик с прибавкой. И так до конца ряда. Последние петли в этом круге. Столбик с прибавкой. И одиночный столбик без накида. Все, пятый ряд получается закончен. Но дальше я снова отмечаю как бы первую петлю своей контрастной ниткой и перехожу на вязание шестого ряда. Смотрите, я не буду вязать каждый ряд, я просто оставлю в этом видео схему, по которой можно будет ориентироваться, как связать каждый следующий ряд. Ну и, соответственно, таким образом можно будет связать корзинку любого размера. Главный принцип здесь в чем? В том, чтобы не делать прибавки одна над другой, а смещать их каждый раз. Да? То есть вот здесь прибавка будет вот над этой петлей, вот над этой петлей. И соблюдать
раппорт этого узора. То есть шестой ряд будет состоять из 4 одинарных петель и столбика с прибавкой. Итого это 6 петель. Седьмой ряд будет состоять из 7 петель. Это столбик с прибавкой и 5 одинарных петель. Итого это 7 петель. Восьмой ряд то же самое, 6 одинарных петель и столбик с прибавкой. Это 8 петель. И такое количество петель соответствует каждому ряду. То есть, если вы делаете ряд с прибавками и не пропускаете прибавки, то значит номер этого ряда будет всегда равен числу петель в раппорте. Не забывайте отмечать начало каждого ряда, первую петлю своей контрастной ниткой. Видите, она то кладется вперед, то кладется назад вязание. Тем самым она как бы делает вот такую строчку. Потом в конце, когда вы довяжете уже корзинку, можно будет легко потянуть за эту нитку. И нить легко из вашего вязания удалится. Вот так, видите? Ну и еще один небольшой совет, как контролировать себя от ошибок. Смотрите, можно пересчитать все вот эти косички в одном полном круге. И у меня это, например, 7-й ряд. У меня косичек 42. Это число мы делим на 6, так как наши петли кратны 6. 42 деленное на 6, получаем 7. Номер нашего ряда. Значит, у меня все верно. И так для каждого ряда. И вот, посмотрите, я связала 10 рядов для своего донышка, и я решила, что этого мне будет достаточно. В каждом ряду я перекладывала контрастную нитку, чтобы отмечать начало ряда, и теперь я перехожу к вязанию стеночек. Для перехода на стеночки я не буду делать ничего, я просто прекращу делать прибавки, и все. То есть переход на стеночки будет плавным, он не будет ярко выражен. Нитку я снова переложила, чтобы отмечать первый ряд. На стеночках я все равно продолжаю отмечать начало ряда. Это мне пригодится при завершении корзинки. И продолжаю вязать по одному столбику без накида в каждую петлю, без прибавок, без убавок, на нужную мне высоту. Смотрите, я связала 18 рядов без прибавок и без убавок для стеночек. И я связала 18 петель в 19 ряду. Да, вот видите, нитка у меня отмечает начало ряда. И от начала 19 ряда провязано еще 18 петель. Всего петель в круге у меня 60, потому что моя донышко имеет 10 рядов. И дальше я буду вязать ручку. Набираю 25 воздушных петель. Соответственно, длина этой цепочки задаст длину ручки. И отсчитываю по краю 16 петель. Вставляю крючок в 17 и продолжаю вязать ряд столбиками без накида. По одному столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда до начала ручки. Я почти дошла до ручки, и последние два столбика без накида я свяжу на ряд ниже. Вот сюда, для крепости. Раз. И два. А дальше продолжаю обвязывать ручку столбиками без накида. Крючок вставляю в пространство под ручкой. Столбиков без накида должно быть столько же, сколько звеньев
цепочки из воздушных петель. В конце ручки при переходе на вязание основного полотна снова вяжу 2 столбика без накида на ряд ниже. Точно так же, как и в начале. Я довяжу этот ряд до конца уже обычными столбиками без накида, не на ряд ниже. И свяжу еще один ряд по краю корзинки и по краю ручки столбиками без накида. Итак, я закончила этот ряд и сделаю соединение с помощью протяжки. Вытаскиваю нить. Одну петлю пропускаю, следующую вставляю крючок, подхватываю нить, снова ее вытаскиваю. Завожу с изнаночной стороны крючок в последний столбик, в перемычку и в петлю. Снова подхватываю нить и снова ее вытаскиваю. Подтягиваю нить. Ну и нить у меня довольно длинная. Я еще сделаю обвязку соединительными столбиками по краю этой корзиночки. По одному соединительному столбику в каждую петлю до конца ряда. В конце ряда снова делаю соединение с помощью протяжки. Вставляю крючок под первую соединительную петлю под обе дужки, подхватываю нить, вывожу ее и затем с изнаночной стороны в последнюю соединительную петлю. Снова подхватываю нить и снова вывожу ее. Нить можно уже спрятать на изнанке. Картинка готова. И удалить вспомогательную нить. Вот такая получается корзинка. Вот ее ручка. За эту ручку ее можно либо взять, либо, например, подвесить. Давайте ее сейчас измерим. Примерно 25-26 сантиметров в диаметре и в высоту. Это 40 сантиметров. Вот такая корзина получилась у меня. Если вам понравилось это видео и если оно оказалось для вас полезным, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!